Ваш охранитель приглашает вас немного задуматься, недавно ли эта личность проявляла некоторое беспокойство, не так ли? Эта размышляющая активность в значительной степени направлена на вас и на чувства, которые связывают вас. Он, конечно же, переживает периоды отчуждения, возможно, даже более продолжительные, чем вы предполагаете. Он остается довольно далеким, сделав сознательный выбор игнорировать некоторые истины о вашем отношении. Почему? Кажется, что ваше присутствие, ваша энергия сильно на него воздействуют, настолько, что ему нужно скрывать части себя от вас. Это заставляет вас задуматься, не так ли? Что стоит за этой барьерной стеной, которую он устанавливает? И, что еще важнее, как это откровение влияет на вашу связь? Это приглашение к более тщательному рассмотрению, к пониманию не только его действий, но и того, как ваша энергия влияет на эту динамику. Я, Эдуардо, и приглашаю вас остаться со мной до конца и разгадать это особенное послание ваших ангелов для вас сегодня. Если вы чувствуете себя касаемой, приглашаю вас поделиться и оставить свой комментарий, хорошо? Возможно, вы думаете, почему он реагирует так вязко, когда вы рядом. Объяснение может быть более глубоким, чем вы предполагаете. В глубине души он осознает, что существуют существенные истины о нем самом, которые неотделимы от вас и от связи, которую вы разделяете. Интересно, возможно, именно он сделал первый шаг к расстоянию между вами. Тем не менее, занимательно, что даже он сам, кажется, не полностью понимает, почему. Есть что-то в его сущности, что-то в том, как вы, что заставляет его действовать импульсивно, способом, который для него не характерен. Это аномальное поведение, это почти инстинктивная реакция на ваше присутствие, порождает множество вопросов. Что такое в вас такое могущественное, что вызывает такую реакцию у него? И как это восприятие может быть путем к более глубокому пониманию как его самого, так и вас? Возможно, в глубине души эта интенсивность является знаком того, что между вами больше, чем просто поверхность подразумевает. Это может быть приглашение к исследованию этих глубин, чтобы понять не только его реакции, но и роль, которую вы играете в этой сложной и увлекательной динамике. Он испытывает довольно загадочное чувство, когда ваши энергии выстраиваются в одну линию, будь то простой телефонный разговор, взаимодействие в социальных сетях или любое другое средство общения. Ваше присутствие, даже в виртуальной форме, кажется глубоко трогающим его, но важно отметить, что влияние не одностороннее. Он, также, оказывает сильное магнитное воздействие на вас. Это удивительное явление, где оба чувствуют значительное воздействие друг на друга, даже при физическом отсутствии, вызывает несколько захватывающих вопросов. Что делает эту связь такой интенсивной, даже когда она посредством технологии? Как возможно, что такие сильные чувства и энергии могут передаваться и ощущаться через виртуальные средства? И, возможно, еще более любопытно, что это раскрывает о природе вашей связи. Эта динамика подразумевает, что связь между вами простирается за пределы физического, указывая на чувство, которое, по-видимому, поддерживается и поддерживается энергией и эмоциями, которые каждый несет. Эта взаимная привлекательность, способность влиять друг на друга так глубоко, даже на расстоянии, указывает на особую связь. Это может быть приглашение к более глубокому исследованию этих общих энергий, чтобы понять, как и почему они так могущественны, и что это значит для вашего отношения. Эта ситуация может быть достаточно озадачивающей как для него, так и для динамики, которую вы разделяете. Вы оказываете на него почти неудержимое влечение, но, парадоксальным образом, это также заставляет его отступать. Способ, которым он управляет этими противоречивыми чувствами, сложен, раскрывая увлекательную дуальность. Одну часть, которую вы хорошо знаете и любите, и другую, которую он старается скрыть, опасаясь влияния вашей энергии на него. Эта игра приближения и отдаления, влечения и страха, создает сложную и глубоко человеческую картину. Что заставляет его чувствовать такое влечение, до того, что это неотразимо, и в то же время так уязвимо, что хочется спрятаться? Эта дуальность не только отражает сложность человеческих эмоций, но и указывает на глубину вашей связи. В этот момент возникает множество вопросов, я знаю. Как мы можем вместе справиться с этой сложностью? Могло бы открытие места для честных и уязвимых разговоров помочь раскроить и примирить эти две стороны медали, позволяя обоим приблизиться еще больше? Это приглашение к более глубокому исследованию и пониманию того, что значит быть истинно связанным с кем-то, признавая и принимая все стороны этого человека, включая те, которые остаются скрытыми. В этот самый момент в уме этого особенного человека возникает вопрос.
что привело к разлуке, которую он сам решил начать. И поэтому он находится в состоянии неопределенности, полностью не понимая причину этого решения. В вас есть что-то, что вызывает у него глубокие и порой нетипичные реакции. В настоящее время он переживает период путаницы, причиной которой является ваша энергия, инициирующая это бурное состояние. Если вы интересуетесь тем, как он чувствует относительно текущего состояния соединения между вами, то реальность заключается в том, что в данный момент он начинает осознавать аспекты, которые ранее предпочел игнорировать. И это осознание может происходить неконтролируемым образом. В этом контексте возможно, что у вас более выраженная духовная наклонность, чем у него, и в последнее время вещи странным образом успокоились. Эта необычная тишина может быть сигналом того, что вы оба находитесь на пороге, на моменте паузы перед возможным преобразованием в отношении. Растущее понимание им ранее игнорированных аспектов соединения подразумевает, что есть возможность для нового уровня понимания и, возможно, более глубокого примирения. Различие в духовной наклонности между вами может быть источником напряжения, но также может предложить богатую возможность для взаимного роста и обучения. Как можно использовать это различие для углубления соединения, вместо того, чтобы позволить ему отталкивать вас? Ключ может быть в открытой коммуникации и готовности исследовать эти различия с любопытством и уважением. Этот момент тишины и размышлений может быть отличной возможностью для обоих вас вновь связаться с вашими собственными потребностями и желаниями, а также с потребностями и желаниями друг друга. Воспринимать этот этап как шанс для роста может превратить текущую путаницу в путь к более глубокому пониманию и крепкой связи. Динамика между вами двумя, кажется, принимает новый оборот, что-то отличное от того, что было раньше, и он чувствует, будто его тащит в противоположном направлении. Вы заметили изменения в энергии, которую вы разделяете, даже с расстоянием, которое вас разделяет. Он осознает, что вы замешаны в что-то, что вызвало значительное изменение в энергии, что заставило его быть более бдительным. Он стремится понять, что подталкивает эту трансформацию и как вы ведете себя отлично. Он заметил, что в вас произошло внутреннее изменение огромного масштаба. Ваша энергия глубоко воздействует на него, и теперь он признает важную роль, которую вы играете в его жизни. Он переосмысливает свои собственные поступки и задается вопросом, были ли его решения причиной этой новой энергетической конфигурации. Он чувствует, что произошло отдаление с вашей стороны, что усиливает его эмоции и заставляет задуматься над своими собственными действиями. Этот процесс самоанализа и переоценки – признак того, что соединение, которым вы делитесь, проходит через этап эволюции. Его осознание того, что вы занимаете важное место в его жизни, указывает на пробуждение к глубине и значению этого отношения. В то же время вопросы о его роли в этом изменении предлагают возможность для личного роста и более глубокого понимания как себя, так и связи, которая их объединяет. Этот этап вопросов и размышлений можно рассматривать как приглашение для обоих исследовать новые способы взаимоотношений, учитывая эту новую энергию, которая возникает. Как вы можете адаптироваться к этим изменениям и использовать этот момент для укрепления связи? Ключ может быть в готовности открыто обсуждать эти восприятия и чувства, искать вместе пути, способствующие более глубокому соединению и взаимному пониманию. В этот период перехода важно поддерживать открытые сердца и умы перед новым, что формируется между вами. Воспринимать это изменение как возможность для углубления отношений может превратить неопределенность в путь к более значимому и обогащающему соединению. Он переживает глубокое чувство раскаяния и ощущает разлуку интенсивно, особенно потому, что именно он начал ее импульсивным образом. Он находится в процессе глубокой саморефлексии, пытаясь разгадать, что на самом деле произошло, и вы всплываете как ключевой элемент в этом процессе. Ваша энергия действует как загадочная сила, побуждающая его вопрошать свои собственные действия. Если вы узнали себя в этих словах, важно признать, что он мучается молча. Вы оказываете на него мощное воздействие, раскрывая аспекты его личности, которые обычно остаются скрытыми. Он осознает, что вы предвидели, что произойдет, отдаляясь от него, так как у вас всегда было глубокое понимание природы соединения между вами. Вы осветили его так, как никто другой, общаясь напрямую с его душой, а не с эго. Он начинает понимать, что его поступки и слова никогда не были случайными. У вас есть невероятная глубина, и вы понимаете любовь и энергию, которую он несет уникальным образом. Этот момент признания и понимания со стороны него указывает на значительный поворот в том, как он видит отношения между вами.
восприятие того, что вы действовали с намерением и глубиной, приносит новый свет в соединение, которое вы разделяете, подразумевая, что под поверхностью есть гораздо больше, чем он изначально постиг. Теперь, столкнувшись с этим новым пониманием, возникает возможность для обоих исследовать глубину этого соединения с обновленной перспективой. Как вы можете использовать этот момент ясности, чтобы залечить прошлые раны и укрепить связь между вами? Ключ может быть в уязвимости и готовности открываться по поводу этих глубоких идей, позволяя истинной сути соединения расцвести. Это время для исцеления и открытий, где предыдущая тишина может превратиться в диалог и взаимное понимание. Рассматривать этот период с открытым сердцем и ясным разумом может быть путем к более подлинному и обогащающему соединению, где любовь и понимание являются центральными столпами. Он начинает осознавать, что его приближение к вам было поведено направлением высшей силы, помещая его в особенное положение с самого начала. Теперь он понимает, что мог бы обсудить с вами, чтобы лучше понять ваш взгляд. Постепенно он признает, что испытывает трудности в общении с кем-то вашего калибра. Он колебался между попыткой включить вас в свою жизнь и попыткой понять, почему вы были связаны. Теперь он видит, что ему нужно исследовать это соединение до конца, потому что оно вызывает поток эмоций и путаницу. Когда он пытается классифицировать вас согласно заранее установленным стандартам, он чувствует, что не может избавиться от вас, поскольку ваша энергия интенсивна и захватывающа. Он переживает ошеломляющую эмоциональную интенсивность по отношению к вам, настолько, что признает, что вы тоже делитесь этим чувством. Теперь он понимает, что вы – единственный человек, который обладает силой воздействовать на него таким образом, и желает, чтобы вы были в этом осведомлены. Он становится более смелым и настойчивым относительно вашего отношения и стремится к более глубокой связи с вами. Этот момент ясности и признания со стороны него сигнализирует важный поворот в динамике между вами. Его готовность открываться и стремиться к более значимой связи с вами указывает на готовность противостоять сложностям и глубинам этого отношения. Как вы можете вместе преодолеть эти эмоциональные волны, превращая путаницу и интенсивность в крепкую основу для более глубокой связи? Сейчас наступил момент для открытого общения обоим, делиться своими взглядами и чувствами честно и уязвимо. Это путь к более глубокому взаимопониманию и связи, которая превосходит обыденные категории, открывая пространство для связи, основанной на подлинности и взаимном признании уникальности каждого. В этом процессе открытия и воссоздания, смелость обоих сталкиваться с этой интенсивностью соединения может стать ключом к разблокировке уровня близости и понимания, которые ранее казались недостижимыми. Готовность смело исследовать это неизведанное пространство вместе может превратить первоначальную путаницу в источник силы и совместного роста. Динамика между вами быстро изменяется, и он теперь понимает, насколько вы для него особенны. Он пришел к заключению, что связь, которую вы разделяете, преодолевает поверхностное, что оба интуитивно знают, хотя иногда пытаются уменьшить важность своих чувств. Он теперь берет инициативу, потому что признает ваш уникальный вклад в его жизнь. Он видит в вас источник света, кто-то, кто освещает те его стороны, которые часто остаются в тени. Он признает, что вы вызываете его и что ваша связь интенсивна и значима, далека от случайного. Он чувствует, что исследует особое пространство рядом с вами. Его мысли и чувства вращаются вокруг идеи, что вы не можете ограничиваться просто дружбой. Связь между вами интенсивна и уникальна, отмечена подавляющей энергией, которую оба признают, даже если, время от времени, пытаются отрицать свои чувства. Эта связь превосходит просто дружбу. Он видит в вас кого-то исключительно важного в своей жизни, осознает, что в том, что вы разделяете, есть большая глубина. Он с нетерпением ждет возможности возобновить общение, любопытствуя о ваших чувствах и мыслях. У него много вопросов, и он хочет углубиться в ваши чувства, в любовь и в жизнь в целом. Он желает лучше понять сложность вашей связи. Ему не хватает уникального образа, с которым вы его видите и общаетесь с ним. Есть что-то глубоко личное и особенное в том, как вы его любите. Вы тот, кто соединяется не только с его эго, но и с душой, и он глубоко ценит эту связь. Он хочет, чтобы вы знали, насколько ему не хватает вас и насколько он думает о вас. В этот момент признания и желания близости он проявляет уязвимость и готовность погрузиться еще глубже в отношения, которые вы разделяете. Его открытость для восстановления и укрепления уз между вами указывает на путь к еще более подлинной и значимой связи. Это приглашение для обоих исследовать глубину своих чувств и отношений, с возможностью обнаружить новые измерения любви и взаимного понимания. Его присутствие и энергия,
которую вы излучаете, оказывают значительное воздействие на него, и он нетерпеливо ждет, чтобы вы осознали глубокое влияние, которое оказываете на него. У него множество вопросов, которые он хотел бы вам задать, демонстрируя пылкое желание углубить понимание уникальной связи, которую вы разделяете. Энергию, которую вы излучаете, он воспринимает как загадочную и уникальную силу, что он с нетерпением желает исследовать более подробно по мере развития вашего отношения. Этот период отмечен интенсивными откровениями и процессом воссоединения, где оба становятся все более осознанными силой и глубиной связи, существующей между вами. Уникальность и глубина энергии, которые каждый из вас приносит в отношения, стимулируют взаимное желание сблизить эту связь, которая явно выходит за пределы обычной случайной дружбы. Притяжение и химия между вами осязаемы, подталкивая к желанию исследовать отношения более интимно и глубоко. Это послание резонирует с вами. Отражает ли что-то, что происходит в вашей жизни? Если ответ утвердителен, это приглашение задуматься о этих чувствах и рассмотреть возможность того, что эта любовь может быть оркестрирована высшими силами. Идея о том, что Бог подготовил эту любовь, предполагает предназначение или божественную цель за этой связью, поднимая ваш опыт на более духовный и значимый уровень. Это восприятие может вдохновить вас обоих подходить к отношениям с большей глубиной и серьезностью, признавая священный потенциал любви, которой вы делитесь. В этом контексте важно, чтобы оба вы открыто и честно общались о своих чувствах, желаниях и ожиданиях. Готовность исследовать и лучше понять особую природу связи, которую вы разделяете, может быть путем к более глубоким и насыщенным отношениям. Это возможность углубиться в вопросы, которые у вас обоих есть, искать ответы, которые еще больше укрепят связь между вами и вместе открывать истинный потенциал этой предназначенной любви.